В годы Первой мировой войны на французской земле сражались и солдаты из Москвы и Самары в составе русского экспедиционного корпуса. Тогда более 8 тысяч русских солдат и офицеров были убиты и ранены на полях сражений. Они прибыли туда в апреле 1916 года, ровно 100 лет назад. В память об этих событиях создан вот этот знак. Его основной элемент – российский триколор, который переплетается с французским флагом. Он распадается на отдельные частички, каждая из которых символизирует судьбу русского солдата. 100-килограммовый памятный знак – конструкция крепкая, отвечает всем современным требованиям. Очень важно было все эти антивандальные вещи соблюсти, чтобы мы буковки туда специально утопили, даже углубили. Каленое стекло, вот это все, то есть это нам это не пленка, это печать по стеклу. Памятный знак разместят в центре Марселя, рядом с центральным входом в консульство России. В свое русско-французское путешествие этот знак отправляется уже сегодня ночью. Торжественное открытие состоится 12 мая. Планируется, что в церемонии примет участие и сам мэр Марселя. Валерия Макарова, Илья Овсянников, Григорий Плешаков. События.